Начинаем. Хочу напомнить, что вчера мы с вами говорили про Рут, но главным образом как средство представления, средство визуализации данных. Сегодня мы поговорим о Руте как о средстве для их обработки и для их хранения. Первое, для чего, наверное, может быть использована рут, самая простая задача для рута, помимо умножения и деления гистограмма одну на другую, это частый случай проверки статистических гипотез. Ну, давайте рассмотрим простую ситуацию. У нас есть две одномерных гистограммы, которые мы заполнили случайными числами, распределенными по градусу. Вот эти две гистограммы нарисованы. Встает вопрос, а можем ли мы сказать, что эти гистограммы, что распределение этих гистограмм, сейчас вам будет тоже распределение, и все отличия происходят исключительно в силу статистических флуктуаций. При этом, как уже вчера говорилось, Брицих и Леонович, для проверки статистических гипотез мы должны выбрать некую величину с известной функцией распределения, посчитать эту величину для нашего конкретного случая, из этого значения посчитать вероятность получить значение такое или большее, и из этой вероятности сделать вывод о том, справедлива наша гипотеза или несправедлива. Рут представляет встроенный набор таких инструментов, причем разных инструментов. Самый простой – это тест на основе хи-квадрат. Для двух гистограмм, которые мы хотим сравнить, мы можем вызвать функцию хи-квадрат тест, который считает хи-квадрат для этих гистограмм и возвращает нам вероятность получить значение хи-квадрат больше данного, из которого мы можем сделать вывод о том, эти гистограммы, распределение в этих гистограммах одни и те же или нет. Ну, если мы используем эту функцию с параметром P, то мы получим более полную информацию. Вы видите, да, то есть он нам возвращает и величину хи-квадрат, и число ступеней свободы, и вероятность получить значение хи-квадрат больше данных. В данном случае это 0,62, что совершенно четко говорит о том, что разница между этими, что это фактически одно и то же распределение, а вся разница объясняется статистическими флуктуациями. Ну и в расширенном выводе А и группа Ру 3, ну это некий флаг, который говорит в данном случае о том, что у нас в обоих гистограммах были пустые бины, которые не учитывались. Абсолютно такой же подход может быть применен при сравнении, что, наверное, даже более важно для нас, для экспериментаторов, при сравнении гистограммы и функции. То есть хи-квадрат считается не для двух гистограмм, а для некой функции и гистограммы. Вот это абсолютно то же самое. А следующий инструмент – это, ну, вообще говоря, для проверки статистических гипотез мы можем придумать бесконечное количество таких вот статистик. И хи-квадрат, но это всего лишь одна из этого многообразия. Может быть, наиболее популярная, но, конечно, не единственная. Например, вот предлагает выполнить ту же задачу сравнения гистограмм, используя критерий согласия Колбахорова-Смирнова. В чем он заключается? Сравниваются интегральные функции распределения. То есть мы интегрируем, суммируем наши гистограммы от минус бесконечности, то есть от первого бина
до текущего дня, да, и у нас получается вот что-то такое от нуля до максимального значения, до интеграла гистограммы. И в качестве замены х квадрат, в качестве величины, определяющей справедливость или несправедливость гипотеза о том, что гистограммы совпадают или нет, используется, ну, скажем, у нас для двух гистограмм мы построили такие интегральные функции распределения, используется максимальное значение разности этих интегральных функций. Функция распределения этой величины D, она считается известной, хотя, честно говоря, вот так вот я ее сам в глаза и не видел. А как этот метод применить? Ну, возьмем те же самые наши две гистограммы, да, и вот руками мы можем построить соответствующие им интегральные функции распределения, в данном случае они уже нормированы на единичку. Вот мы в явном виде нарисуем разницу между этими двумя функциями. Вы сразу видите то значение D, которое определяет, насколько гистограммы различаются. Ну, а для того, чтобы все это выполнить в руке, достаточно для двух гистограмм вызвать функцию Холмогоров-тест, и в ответ вы получите, опять же, вероятность получить значение D больше данного. Ну, в данном случае опять у нас вероятность составляет 31%, что говорит, опять же, что гистограммы совпадают. То есть, хотя вот эти вот p-value для х-квадрат теста и для Колмогоров теста, они вообще говоря разные, ничто не заставляет их совпадать. Но тем не менее, они нам дают один и тот же вывод, что гистограммы совпадают. В чем смысл вообще использовать не один какой-то универсальный критерий, а иметь много инструментов? Но вот в данном случае, например, если мы используем критерий х-квадрат, то он очень подвержен влиянию флуктуации хвостов распределения. Да, то есть вдали от центрального значения. То есть, может быть, у вас они в основном совпадают, но флуктуации этих хвостов дают какой-то аномально большой вклад в х-квадрат. В случае функции критерия Колмогорова-Спинова, ну, тут больший вклад вносит именно центральная часть распределения. Можно вопрос? А как оценить, насколько вот количественно хорошо или плохо критерия? Количественно оценить вот это вероятность получить значение, ну, в данном случае вот этой величины D больше D. То есть, если это вероятность или очень маленькая, скажем, там сотая, или очень большая, то есть очень близкая к единице, то, скорее всего, что-то у вас не так. Если это там болтается в районе 0,5, там, десятки процентов, то, скорее всего, ваша гипотеза верна. Ну, то есть, когда там есть табличка, тут то же самое, тут то же самое есть. Ну, внутри рута, во всяком случае, есть где-то табличка. А уровень достоверности, ну да, по-хорошему, об этой табличке тоже надо знать. Ну и в этом примере рут уже применил эту таблицу и выдал P-value, это единственная самая таблица. Ну а сам уровень, что бы вам установить, ну это ваш произвол. Это как абсолютно судьбы критерии. 0,95 мало для вас или много, а 0,99. То есть это все-таки произвол самого экспериментатора. Ну, если мы закончили с иллюстрацией, как рут может быть использован для проверок статистических гипотез, мы усложним себе задачу и перейдем к оценке параметров статистических гипотез, попросту говоря, к хитерам. Ну, казалось бы, мы можем заглянуть бегло в любой мануал по руту и найти, что есть универсальная функция φ, которая, собственно, выполняет фитирование параметров той функции, которую мы хотим, в соответствии с теми данными, которые мы представляем. Да, ну, казалось бы, у нас есть какая-то гистограмма, вот она, допустим, мы ее хотим отфитировать градусом,
на картинке вы видите результат такого счета, а рядом вы видите меня, который смотрит на то, что же у вас получилось во время ограничения. Почему? Потому что это ошибка, которую делает каждый, кто работает с рутом. По умолчанию рут использует для счетирования метод наименьших квадратов, который, как уже вчера было сказано, ну, дает совершенно неверный результат для гистограмм, где значения в бинах маленькие и тем более нулевые. Напоминаю, рут по умолчанию считает случайную величину в каждом бине, распределенную по осону. То есть ошибка мало того, что не гауссовые, а не асимметричные полосоновские, и более того, тут метод всех квадрат, пустые бины, просто их наберут. Пустые бины — это ноль. Вот. Поэтому, а как бы надо было бы делать правильно? То есть это вы видите результат, который мы получили из предыдущего упражнения. Правильно надо было бы поставить опцию L. То есть мы функции фи говорим, чем фитировать, и дальше обязательно говорим, как фитировать. Вот флаг L означает, что фит будет выполнен по биновым методам максимального подробия. Ну и вот вы видите результат применения этого метода. Ну, вы можете видеть, что и значение параметров, и ошибки этих параметров довольно сильно отличаются. И чем более пустая у вас гистограмма, да, то есть чем меньше значение в бинах, тем больше будет разница между методом наименьших квадратов и методом максимального правдоподобия. И более того, как уже вчера было сказано, это не просто флуктуации какие-то, а разница, она будет постоянной, то есть будет смещенная оценка. Поэтому, чтобы вот на такие неприятности не нарваться, давайте разберем поподробнее, как работает функция fit, какие у нее есть аргументы, флаги, чего она может, чего она не может. Вот вы ее видите в самом общем виде. Первое, мы даем название функции, которую мы хотим фитировать. Это либо одна из уже предопределенных функций, про которые я говорил вчера, типа полинома какой-нибудь степени, гаусса, экспонента, либо любая функция, которую вы сами создали в соответствии с конструктором объекта класса TF1 или TF2, если мы говорим о двумерном фите. Следующий параметр – это опции фитирования, которые, ну, типичные опции даны вот в этой таблице, и выяснено, что каждый из них значит. То есть по умолчанию это фит методом наименьших квадратов. Если вы даете опцию L, то фитирование происходит методом максимального правдоподобия, по бинам. Если вы ставите опцию W, то все ошибки игнорируются, и все нулевые бины фитируются, то используются в фите с одним и тем же весом. Если вы ставите 2W, то единичный вес приписывается даже бинам, у которых значение 0. То есть они не игнорируются. Интересная опция I, которая от слова интеграл. То есть здесь вы сравниваете не значение функции в центре бина со значениями в бине, а вы сравниваете интеграл этой функции по области, по диапазону бина, что особенно может быть важно, если у вас быстро меняющиеся функции. Ну, даже, скажем так, наверное, не быстро меняющиеся, не первая производная, а вторая производная достаточно большая. Опция Q отключает вам вывод информации на экран. Это скорее удобно, когда вы используете не сам рут, ну или не сам рут, где вам надо фиксировать тысячи каких-нибудь распределений, чтобы просто у вас ввод вывод займет колоссальное время. Опция плюс, она, ну то есть вот та функция, которую вы фитируете, она оказывается некоторым образом ассоциирована с той гистограммой, которую вы фитируете.
То есть если вы рисуете эту гистограмму, то по умолчанию вот эта вот функция тоже будет нарисована. По умолчанию эта функция одна, но вот опцией плюс вы можете к одной гистограмме добавлять более чем одну такую ассоциированную функцию. Ну и опция V включает вам полный вывод на экран. То есть вам распечатываются не только как на предыдущей картинке результаты фита, вам распечатываются какие-то промежуточные шаги, вам распечатывается корреляционная матрица, корреляции между параметрами и так далее. То есть это для максимально полной информации о том, что же у вас происходит. Ну, что касается графических опций, тут особо, наверное, пояснять не надо, но это самое примитивное. Вы можете отказаться вообще эту функцию рисовать, запрет на рисование, либо добавить ее к уже крепящейся картинке через команду Same, как уже мы делали с гистограммами. И последние две опции – это пределы, в которых вы будете делать свой фит. То есть вам не обязательно фитировать всю гистограмму, вам достаточно, при желании вы можете фитировать только ее часть. Например, если в основных опциях вы ставите опцию R, Range, то вот эти вот X минимальные и X максимальные будут интерпретированы как диапазон, в котором осуществляется фитирование. Да, вот вы видите пример на картинке, что отфитирована не вся гистограмма, а только вот ее центральная часть. Ну, если у нас случай простой, если у нас, наверное, какая бы у нас ни была гистограмма, если мы ее будем фитировать простыми функциями, то полинома первой степени, второй, то, наверное, там вариантов получения результата, их, собственно, задача сойдется к одному единственному решению. Да, в данный момент мы с вами не говорим, что делает root, когда вызывается функция фи. На самом деле он в общем случае пытается численными методами найти вот либо минимум функции хи квадрат, либо максимум функции минус, либо минимум функции минус логарифм L, функции правдоподобия. Используя пакет минимизатора, но вот о минимизаторах мы будем говорить чуть позже и подробно. Пока для нас это черный ящик. В случае, если мы фитируем чем-то сложным, ну, то есть понимаете, да, что задача это найти минимум функции многих параметров. Но кто вообще нам сказал, что этот минимум единственный? Да никто не сказал. Более того, минимум может быть локальным, может быть глобальным. Более того, никто вообще говоря не сказал, что нам нужен глобальный. Может, нам локальный как раз и нужен. Но откуда об этом знает он? Ну вот, давайте посмотрим простой пример. Вот у нас спектр масс 2 мюонов, ну плюс, ну минус. Видите, большая статистика нарисована в логарифме. И вот где-то в районе 3 у нас, ну вот в логарифмическом масштабе он хорошо заметен, а вот если линейно, ну маленький пичок, пик от распада джипси. Мы хотим, ну, оценить параметры этого пика, да, число событий, ну, ширину, среднее значение. И мы фитируем это распределение экспонента и плюс гаусс. Ну, описываем функцию, которую хотим отфитировать. Говорим фит и получаем вот такой вот странный результат. То есть невооруженным глазом видно, что, ну, в общем, пик этот был проигнорирован. Почему? Ну, потому что очевидная программа минимизатора внутри функции фит скатилась не к тому оптимуму, который мы имели в виду. Как в этой ситуации можно руку помочь? Мы можем задать вектор начальных параметров какой-то правдоподобный. Вот второй случай, да? Ну, давайте.
для экспоненциального распределения, ну, параметры откуда мы можем взять? Ну, мы можем взять вот эту ширицу, акцентировать в диапазоне, скажем, выше пика GPSI, где вот, собственно, только этот экспоненциальный фон есть. Ну, какие-то значения мы получим, и мы их можем задать как входные параметры, как начальные параметры для нашей полной функции. Что касается параметров пика самого, ну, мы глазами видим, да, мы видим примерно среднее значение, мы видим примерно ширину пика, мы видим примерно его амплитуду. Ну, давайте положим руку и дадим ему на вход уже что-то правдоподобное. И действительно, если мы даем правдоподобный вектор начальных параметров, то фильм сходится к тому, что мы имели в виду, к тому, что мы хотели видеть. То есть видите, да, что в данном случае пик был отлично описан. То есть рут, опять же, он не универсальный инструмент. Ему надо все-таки подсказывать, что же вы от него именно хотите. Еще один комментарий к фиксированию пиков. Ну, как правило, если у нас пик, ширина пика определяется разрешением нашей установки, то пик имеет форму Гаусса кривой. Ну и казалось бы, в чем проблема нам определить параметры этого пика? Ну, как-то описываем фон, как-то описываем этот пик, описываем через функцию Гаусс. У нас все отлично фиксируется, получается результат. Мы видим ширину, мы видим центральное значение. Ну, вопрос начинает возникать, когда вы хотите оценить число событий в этом пике. Причем не с точки зрения статистики, что у вас есть фон, флуктуации фона, которые как-то отражают события. Просто посчитать. Вот мы знаем, что у нас получится, что вот пик описывается вот теми параметрами, что есть. Вот какому числу событий в пике это соответствует? Ну, вы можете сказать, как что проблема. Мы знаем вообще, как выглядит распределение Гаусса. Мы знаем свой размер бина. Мы можем всегда там этот интеграл посчитать. Может, в принципе. Проблема возникнет, как вы начнете считать ошибку этой величины. Поскольку для того, чтобы посчитать этот интеграл, посчитать число событий в пике, да, то есть это значение будет функцией всех вот этих трех параметров Гауссовой кривой. И чтобы посчитать ошибку, то есть вы должны учитывать корреляции между параметрами. То есть вам нужно честно потрошить матрицу ошибок и вот транслировать ошибки каждого из параметров в суммарную ошибку числа событий. То есть, вообще говоря, задача такая, она на любителя. И если можно этого избежать, лучше этого избежать. Поэтому в данном случае лучше использовать не функцию Гаусс, а функцию Гаусс-N, которая от Гаусса, видите, чем отличается. Мы вот уже тут поделили на корень из 2πsi. То есть величина А, вот эта вот, которая следует прямо из фита, деленная на ширину бина, это уже и есть число событий в пике. И в этом случае вам, то есть фит он сошелся, если вы посмотрите, какие вы те же. То есть все остальные параметры, они одни и те же. Разница только вот этой величины. Но в данном случае вот ошибка этой величины, деленная на ширину бина, это и будет ошибка числа событий. То есть никаких проблем с корреляционной матрицей в данном случае вас не ожидает. Вещь, казалось бы, тривиальная, но почему-то вот по функции Гаусс-N народ не очень знает. Просто замена переменных и сделать ту переменную, которая нас интересует, параметром фита непосредственно. Ну, что, собственно, тут и сделал уже. То есть просто уже предопределенная функция Гаусс-N. Это я рассказывал долго. То, что предлагаешь, да, я по самому записать эту функцию, ну да, она уже записано для тебя, тебе уже позабудут. Просто об этом люди почему-то не знают. Ну хорошо, мы сделали фит,
на экране получили распечаток параметров, их ошибок, а что если мы дальше хотим их использовать в своих программах, в своем анализе, то есть как получить к ним доступ. В простом случае та функция, которая ассоциируется, которую мы фитировали, и которая оказывается ассоциированной с гистограммой, которую мы фитировали, она несет базовую информацию. Да? То есть, смотрите, мы у гистограммы можем спросить ту функцию, которую ей фитировали, а у этой функции мы можем спросить значение хи квадрат, значение числа степеней свободы, значение каждого из параметров и ошибку каждого из параметров. В случае, если мы хотим чего-то больше, так вот простая махинация не проходит. Если мы, например, хотим получить ковариационную матрицу, то, ну, видимо, для экономии все-таки не так часто ковариационная матрица нужна. Для экономии она не ассоциируется с этой функцией. Поэтому нужно попытаться достучаться до объекта, до виртуального фильтра, который создается каждый раз, когда вы делаете фильтр. Он создается без вашего ведома, исчезает, в принципе, тоже без вашего ведома, но к нему можно обратиться сразу после фильтра. Да, то есть вот таким образом вы берете результат последнего фильтра через getFilter. И дальше у этого виртуального фильтра можете спрашивать какую-то более сложную, более специфическую информацию о том, как прошел ваш фильтр. Ну, в данном случае вы можете попросить ссылку на массив, представляющий ковариационную матрицу. Да, или на, сразу на конкретный элемент ковариационной матрицы. И там и более специфическая информация содержится о том, за сколько шагов этот фильтр был сделан, и так далее. Следующая интересная возможность, которую представляет рут, представляет возможность вам получить коридор, ну, коридор изменения той функции, которую вы фитировали. То есть для каждого x, ну вот вы сделали фит, вот у вас появились. Да, то есть крестики – это наша гистограмма с ошибками, красный – это результат фита, та функция, которая получилась. Вот, для каждого x возможно получить диапазон y, в котором значение функции лежит с вероятностью, которую вы сами выберете. Для этого вам тоже следует обратиться к объекту виртуальный фильтр, но при этом прежде вы должны понимать, что если вы фитируете гистограмму, с ней, имеющую некоторый диапазон, некоторый размер бина, то и результат, то есть вот этот коридор ошибок, он тоже должен быть сохранен у гистограммы с таким же бинником. То есть вот мы эту гистограмму объявляем, в которую мы хотим получить вот этот коридор ошибок, и запрашиваем этот коридор ошибок. Явно указывает тот уровень достоверности, который мы хотим. Хотите 68%, да, плюс либо, пожалуйста. Хотите 2 сигмы, хотите 3 сигмы. Все, и дальше мы рисуем этот коридор ошибок, потом желтым показываем. Все красиво, наглядно и приятно. Ну, немножко есть особенность, что если вы будете фитировать не гистограмму, а, скажем, объект T-граф Errors, ну, там, соответственно, и коридор ошибок вам тоже будет возвращен не как гистограмма, а как такой же объект T-граф Errors. Да, вот, кстати, аффитированный T-граф Errors. А в чем принципиальная разница между фитированием таких, таких точек от фитирования гистограмм? Ну, прежде всего, T-граф Errors может иметь ошибки как по x, так и по y. И, как вчера Игорь Романович говорил, один из стандартных способов учесть обе ошибки в методе хи-квадрат – это пересчет ошибки по оси x в ошибку по оси y через производную функцию.
поэтому по умолчанию хи квадрат, в случае, когда вы фитируете график в виде объекта T-Graphics, он представлен вот в таком виде. То есть видите, да, что в знаменателе к квадрату ошибки по Юрику добавляется квадрат пересчет, квадрат пересчитанной ошибки по Юрику. Ну и следует отметить, что для объекта T-Graph-Terras опция E, то есть фитирование метода максимального правдоподобия, недоступно в принципе. Если вы попытаетесь эту опцию туда передать, то вот вам ругнется и эту опцию проигнорирует. Теперь давайте поговорим все-таки о том, как фитирование работает в своих недрах. Поговорим немножко про пакеты-минимизаторы и, в частности, рассмотрим один из примеров реализации такого минимизатора в руке. Ну, что такое пакет-минимизатор, в чем его задача? То есть это некая программа, задача которой найти за минимальное время, за минимальное число шагов локальный или глобальный минимум некой многомерной функции, основываясь на каком-то векторе начальных параметров. Да, ну вот представьте, у вас есть какая-то двумерная функция, вот вы задали вектор начальных параметров, то есть начальный x и y. Ну вот задача минимизатора за минимальное время от этого значения скатиться в какой-то минимум. Ну, при этом по возможности не просто скатиться, а обозначить этот минимум и ошибку. Для этих целей в руке есть несколько возможностей. Во-первых, это стандартные пакеты UID и FUI. Стандартные в том смысле, что эти пакеты, вообще говоря, существовали и до рута, еще в фортранские времена. Они широко известны, популярны, никаких вопросов нет, ни свою эффективность. Давно мне нужно показать. Кроме того, есть любимый минимизатор, который хорошо работает с полиномами. Есть целая область рута, связанная с работой нейронных сетей, которые, по сути дела, есть не что иное, как вот немножко такие специфические минимизаторы. Но мы с вами поговорим про пакет Minuit. Сам Minuit появился, наверное, еще в 70-е, в начале 50-х, на Фортране был написан. В целом, реализация класса T-Minuit в руке, она появилась, ну, практически минимальной обработкой фортрановского кода самого Минуита. То есть, если посмотреть этот код, посмотреть на потроха, то, конечно, фортран оттуда из каждой щели сквозит. В принципе, это было потом аккуратно переписано на C++ и сейчас представлено в виде класса T-Minuit 2. Но, честно говоря, и я, и вообще люди по привычке как-то больше доверяют надежному и проверенному классу T-Minuit, хотя опять T-Minuit 2 для людей, которые начинают с C++, в принципе, никакого фортрана, никакого предыдущего опыта не имеют, то, может быть, T-Minuit 2 для них удобен. Хотя, повторяю, начинка по математической своей сути одна и та же. Но здесь можно найти более подробное описание именно пакета. Давайте в качестве простой задачи, в качестве иллюстрации, как работает Minuit, возьму прямо-таки ту задачу, которую делает рут через функцию. Ну, давайте объявим массив из четырех линий, из пяти элементов, x, y, точку припишем ошибку по y, да, то есть если мы загоним это просто в функцию fit, скажем, объект t-graph-errors, то вот нам функция fit вернет такую картинку, видите,
гигантскую ошибку. Вот давайте посмотрим. С мужем и руками получить то же самое, не обращаясь к функции фи, а обращаясь напрямую к минимизатору биоритма. Прежде всего, мы должны озаботиться о функции, которую мы хотим минимизировать. А, ну, в данном случае, вот, функция фи квадрат, которая имеет некий специфический формат параметров. То есть первое, мы должны указать число минимизируемых параметров в явном виде и передать. Мы должны указать массив, куда в процессе вычисления, в процессе работы минимизатора будут складываться какие-то вектора производства по каждой переменной. Это не нужно нам, это внутреннее дело самого минимизатора. F – это значение, то есть это переменная, куда будет складываться значение функции, вектор минимизируемых параметров, ну и какая-то переменная, какой-то служебный флаг. То есть вот этот вот формат записи функции вы поменять не можете. Вы можете делать все, что угодно внутри, но функция должна быть типа void с любым названием и вот фиксированным набором форматов записи параметров. Ну, здесь мы не что иное, как просто посчитали хи квадрат честно, как то и требуется. Теперь как эту функцию передать в минимизатор? Мы создаем объект класса terminoid и говорим, что у него два параметра для минимизации. Дальше функция set fcn передает нашему созданному минимизатору ту функцию, которую мы хотим минимизировать. Дальше, вообще говоря, мы можем задать вектор начальных параметров и так называемый шар минимизации, ну, который на самом деле является, ну, скажем, некоторым нами рекомендуемым значением для минимизатора, который, вообще говоря, не обязан ему следовать. Мы определяем наши параметры, в нашем случае, если мы фитируем функции по два параметра, то есть мы задаем начальное значение, рекомендуемое на вещах, в принципе, мы можем ограничить эти параметры. Мы можем явно сказать, что вот с нашей точки зрения там параметр P1 вот он должен лежать в диапазоне от си до си. Ну, в данном случае, если мы ставим и там, и там нули, то есть это значит, что параметры не ограничены. Мы задаем. Ну, в случае, если мы делаем фи квадрат или, то есть, вообще говоря, минимизатор, ему плевать, что минимизировать. Ну, просто в данном случае мы минимизируем там что-то осмысленное, функцию хи квадрат. В данном случае мы можем вторую производную в экспертами интерпретировать как ошибку. Поэтому, если мы минимизируем хи квадрат, то вот set error definition мы должны поставить значение единичка. Если это логарифм функции правдоподобия, то 0,5. Мы задаем максимальное количество итераций, то есть если минимизатор сделал такое количество итераций и по своим внутренним критериям не решил, что он достиг минимума, он нам говорит, что вообще не сошелся. Дальше мы, собственно, запускаем сам процесс минимизации, где стоит обратить внимание на первый параметр, это алгоритм. В данном случае это алгоритм мигра, который стандартно используется для фитирования. Я дальше чуть позже расскажу о том, какие еще есть алгоритмы и в чем их преимущества и недостатки. Все после этой строчки фит оказывается сделанным,
мы можем запросить параметры фита, мы можем запросить ошибки фита. И если мы их распечатаем, мы получим вот такие вот числа. Если вы посмотрите, они в точности совпадают с тем, что вам по умолчанию выдает функция фита. То есть вот за одной командой фит на самом деле скрывается вся вот эта вот работа. Что касается алгоритмов минимизации, у Intra есть два алгоритма минимизации, это Migrat и Simplex. Почему используется Migrat? Migrat, он, ну, вообще говоря, работает быстро и умеет оценивать ошибку полученного результата. В чем его недостатки? Ну вот Migrat, он хорошо работает, если функция у вас достаточно гладкая. Если у вас функция, ну вот представьте, какая-то такая, да, то есть у вас есть очень узкие, множество узких локальных минимумов. Вот тут Migrat часто просто приходит к выводу о том, что он не способен выдать вам решение и отказывается работать. Поэтому на случай, если алгоритм Migrat вам не подходит, есть алгоритм Simplex. Он гораздо проще, он не дает оценку ошибок, но вот этим его не напугаешь. Он вам все-таки с гораздо большей вероятностью найдет глобальный минимум. То есть вы можете в явном виде указать минимум, какой алгоритм использовать. Либо есть более универсальная опция, вы говорите, опция минимайз, где по умолчанию используется алгоритм Migrat. Если этот алгоритм не пришел к конечному результату, то управление передается алгоритму Simplex. То есть в данном случае вы практически гарантированно какой-то результат получите. И в худшем случае вы будете иметь оценку ошибки этого результата, и, может быть, процесс займет какой-то более значительное время. Что касается вектора начальных параметров, ну и как в случае фитирования обычного, тут все то же самое, что если вы хотите, имеете в виду тот самый минимум, то позаботьтесь о том, что вектор начальных параметров этому минимуму все-таки был как можно к нему ближе. Ну вот здесь как пример. Представьте, что вот у вас есть какая-то двумерная функция, достаточно сложная, но вот не очень может быть хорошо у нее, то есть синие это вот какие-то глубокие большие минимумы. Вообще говоря, у нее есть не очень глубокие локальные минимумы здесь. И вы хотите найти именно этот минимум, его положение, его ошибку. А же очень простое упражнение. Мы берем и вектор начальных параметров, у нас двумерная функция, всего два параметра. Вот мы перебираем с каким-то шагом все начальные параметры. Да? То есть у нас есть сетка начальных параметров. А хотим найти вот этот вот минимум. Вот в случае, когда есть фиолетовый кружок, вот соответствует случаю, когда действительно алгоритм минимизации сошелся к тому минимуму, который мы искали. То есть вы видите, насколько сильно результат зависит от того, насколько правильно вы выбрали вектор начальных параметров. Ну, очевидно, да, что если начальные параметры были выше, то просто все скатилось вот в этот вот минимум. Если были ниже, все скатилось вот в этот вот минимум. На этом я бы закончил с фитированием, с минимизациями и перешел бы к третьей части, к третьей ипостаси рута, вот как некий инструмент хранения данных, общения с данными. А вопрос можно еще задать? Да, можно. Вот когда там два параметра, это просто и награда фитируется. А когда два десятка параметров,
случае штурма называете сценой? Ну, например, вот один параметр хорошо определяется из правого хвоста, скажем, распределение, да? Другой параметр хорошо, грубо определяется из центра, там, и так далее. Вот. Иначе методом просто случайного или там не случайного тыка, да, это очень долго будет. Ну, опять же, поскольку это просто набор классов C++, ну, так и пишите. То есть у вас будет какая-то своя программа на языке C++, где вы, ну, можете делать какие-то предварительные фиты, предварительные запуски этого минимизатора, прежде чем нащупаете свои параметры, те, которые вам нужны. То есть тут нет универсального способа. Все-таки, если бы универсальный способ был, я думаю, сотни физиков, обработчиков данных, сотни математиков просто остались бы без работы. Потому что действительно, если какой-нибудь пациент плановый анализ делать, где эти параметры десятки, то там, к сожалению, нет универсальных инструментов. Да, ну, еще единственное, здесь можно порекомендовать, у пакета Tiny.uid есть еще, вообще говоря, одна опция, есть опция scan. Опция scan фактически делает что? Она фиксирует все параметры, кроме одного, и ищет, соответственно, минимум для одного параметра. То есть, в принципе, иногда вот запуск Tiny.uid'а с опцией scan помогает получить какое-то представление о виде вот, той функции, которую мы минимизируем, и, может быть, более удачно выбрать вектор начальных параметров. Но вообще говоря, опять же, это в каком-то смысле искусство. Хорошо, root как хранилище данных. Прежде всего, любой объект, создаваемый рутом, может быть записан в файл с расширением .root, специфический для самого рута, который, ну, для людей, которые знакомы с Linux, с Unix-образными системами, который устроен фактически внутри себя файл. Сам устроен как некая файловая система типа Linux-овской, Unix-овской. Ну, если мы, допустим, откроем какой-то вот, то есть если мы запустим встроенный в root браузер объект, браузер, и откроем какой-нибудь root файл, ну вот мы увидим содержимое этого файла, который может включать в себе какие-то тоже внутренние директории, одна другую выложены, ну, как обычная файловая система внутри. Да, то есть, если мы такой файл откроем, то у нас автоматически появляется предопределенный указатель в руке предопределенный. Все предопределенные указатели начинаются с маленькой буквы G. Мы уже сталкивались не раз. G-рендом, например, G-рут я вчера в отпуске рисовал. G-файл. Мы открыли файл, если мы сделаем брит, то он покажет содержимое, что у нас в файле лежит. G-дикты – это указатель на текущую директорию в этом файле. Опять все те, кто работал с Linux, с Linux-образными системами, все эти команды вам знакомы и привычны. То есть показать, в какой мы директории находимся, работают команды типа cd, change directory, ls, листинг и так далее. Как мы можем сохранить объекты в оптовый файл? Очень легко. Ну, пусть у нас есть некая гистограмма, мы ее создали. Дальше мы создаем объект типа t-файл, где мы указываем имя файла и что мы с этим файлом хотим сделать. Мы его хотим пересоздать. В данном случае
Хорошо. Дальше мы для своей гистограммы вызываем команду Write, что помещает эту гистограмму в том файл. Закрываем файл. Командой close. Все, дело сделано. У нас есть теперь рутовый файл, в котором лежит наша гистограмма. Ну, давайте ее попробуем прочитать. Мы опять же открываем наш файл с опцией read, то есть только для чтения. Мы можем убедиться командой ls распечатать содержимое файла. Мы можем убедиться, что гистограмма с именем h, как мы ее создавали, там так она и лежит. И если нам она нужна, ее нужно откуда взять, ну вот командой fget мы ее по имени оттуда можем взять. У вас сразу может возникнуть вопрос, а как же так все сложилось? Это вы должны знать имя того, что лежит в файле. А есть ли какие-нибудь другие варианты? Варианты есть. Если вы не знаете имя тех объектов, которые лежат в файле, но вы очень хотите их прочитать, то вы можете обратиться к классу заголовков объектов TK. То есть это фактически классы, фактически просто нумерующие наши объекты в файле. Да, то есть мы можем организовать цикл по этим заголовкам объектов и один за другим в цикле эти объекты вытаскивать. Здесь вы тоже можете сказать, да, вы можете обратить внимание, что здесь мы в явном виде должны указывать, какого типа этот объект. Да, то есть мы должны знать, что мы именно гистограмму пытаемся прочитать, а не какие-нибудь, скажем, графы или функции. В принципе, можно и добавить, поскольку заголовка объектов, можно в явном виде спросить, а какого типа этот, чтобы потом неправильно распорядиться. Если файлов несколько, то уже никаких проблем нет. Вы можете открыть несколько файлов и указателем то есть применяя к имени файла команду себе, вы можете перемещаться между открытыми файлами. То есть тут тоже никаких проблем нет. Ну и вообще говоря, любой объект класса, любой объект рута может быть записан в рутовый файл. Но среди всех объектов, то есть самому по себе это не было так интересно. Не очень интересно писать просто гистограммы, просто функции. Если мы позиционируем вот как универсальную систему хранения данных. Символ рута вовсе не в портовых файлах. Символ рута в деревьях, объектах класса Т3. Что это такое? Фактически дерево, рутовское дерево, это объектно-ориентированная база данных, которая позволяет получить действительный доступ к записи. С эстетической точки зрения это есть развитие концепции этапов, которая была уже в ПОН, может быть, была еще и до ПОН, но об этом я еще не знаю. Эта концепция деревьев оказалась настолько успешной, что с минимальными изменениями ее используют практически все современные эксперименты по физике частиц для хранения своих данных. Ну, то есть очень удобно. Вы обрабатываете данные при помощи рута, вы и храните их в формате, который для рута является данным. Давайте посмотрим, как это дерево устроено. То есть фактически можно упрощенно сказать, что это многомерная таблица объектов рута. Ну вот, давайте посмотрим, как мы дерево можем создать. Мы создаем объект класса Т3. Дальше мы должны сказать, что мы в это дерево хотим поместить.
для этого мы указываем ветку для дерева. То есть мы в ветках мы говорим, мы даем название ветки, мы даем, привязываем эту ветку к адресу используемых нами переменных и указываем в случае, если мы кладем туда не объекты рут, а скажем просто числа. Мы, ну то есть фактически типы данных ситрофи, мы должны этот тип данных указать, да, то есть slash d означает, что это там slash d, что это float slash d, что это целое число. Мы объявили две ветки, мы можем посмотреть, что действительно ли они есть у нас в дереве, команды print, ну действительно говорит, что у нас есть дерево, в котором ничего пока нет. То есть entry 0. При этом у нас есть действительно две ветки, которые называются так, и лежат в них объекты и переменные такого типа. Теперь, а как же нам в дерево что-то положить? А вот те переменные, которые мы привязываем к криптам, давайте им присвоим какие-то значения и сделаем команду fill. Вот команда fill добавляет в дерево один вход. Мы сделали команду fill, и мы спрашиваем get entries. Вот нам говорит, что у вас уже в дереве теперь есть один вход. То есть одно событие, можно так сказать. И если мы просим показать это событие, нумерация событий начинается с нуля, мы говорим, теперь покажите нам событие номер 0. И вот он вам это событие номер 0 показывает. То есть вот у вас, как мы переменные называли ветки, так и есть, какие значения мы туда заносили, эти значения тут и есть. Дерево, как и любой другой объект, может быть сохранено в другой. Также командный райт. Вот проверяем, что мы действительно дерево записали. Никаких чудес. Теперь давайте посмотрим в обратную сторону, что нужно, чтобы прочитать из файла. То есть вот Алексей Сергеевич вам вчера генерировал вот то, что один из событий распада кануля. Если вам дали файл, скажем, с деревом, содержащим такие события, то как это дерево из этого файла? Мы открыли файл. Ну, как только мы его открыли, если мы работаем в интерпретаторе, да, а не в программе, то root уже про это дерево знает. То есть вот он его знает по имени. Дальше, чтобы это дерево привязать к переменной нашей сессии, мы выполняем обратную операцию. Мы вызываем команду set branch address, которая, опять же, ассоциирует ветки дерева с теми переменными, которыми используем. Ну, вот, переменные variable a и variable привязывают наши переменные a и b. Мы спрашиваем, где тенденс, а дерево, то есть наше дерево, задним входом. И если хотим получить то, что мы это дерево клали, мы должны выполнить команду getEntry с номером того события, которое нас интересует. У нас всего одно событие в дереве, поэтому getEntry. Если мы теперь распечатаем значение этих переменных, которые мы привязали к ветку деревьев, будет, что мы в дерево клали, то мы не получим. Никаких тут чудес. В чем дополнительный плюс дерева? Вообще говоря, вам не обязательно вычитывать все. Ну, представьте, что дерево у вас большое, оно какое-нибудь реальное экспериментальное событие с какого-нибудь атласа. Оно может содержать там сотни веток, в котором лежат вовсе не 4-байтные, 8-байтные числа, какие-нибудь огромные массивы.
вектора и еще более сложные объекты, а вам все это не нужно. Вы, я не знаю, условно говоря, просто хотите сдать число, скажем, частицу события. То есть вас интересует всего одна какая-то конкретная ветка дерева. Ничто вам не мешает читать только то, что вы хотите. То есть в данном случае ничто вам не заставляло. Да, в дереве у нас две ветки, но ничто вам не мешало привязать только одну ветку к вашим переменам и только одну ветку учить. Этим вы экономите кучу времени и места. Ну, формально все, что я сказал перед этим, этого уже достаточно, чтобы использовать дерево для анализа данных. То есть вы знаете, как в эту базу события поместить, и вы знаете, как это событие оттуда взять. Однако он представляет дополнительные инструменты, которые, ну, скажем так, кому-то не нравятся. Мне, например, не очень. Но тем не менее, нельзя не признать, что в каких-то случаях эти инструменты анализа содержимого дерева оказываются очень эффективными, как минимум быстро. Ну, давайте рассмотрим пример такого анализа. Ну, пусть у вас есть дерево, давайте его руками создадим. Мы сделаем в нем три ветки. Да, положим туда переменную целую, две переменных типа флор и заполним. То есть мы в дерево кинем 100 событий, то есть в две переменных мы просто закинем случайные числа, подчиненные, подчиняющиеся соответствующим законам распределения, а в третью нужно указать просто номер, да, просто и не забываем после каждого делать фильм. То есть только фильм отправляет содержимое наших переменных дерев. Хорошо, мы дерево сделали. Теперь есть знакомая нам команда, но она предстает немножко незнакомой для нас качество. Команда DOG, которая, вообще говоря, мы всегда использовали исключительно как инструмент рисования. Здесь же она выступает как мощный инструмент анализа. Ну, самый простой случай. Давайте нарисуем, то есть, лоб с опцией C, то есть, просим нарисовать переменную цель. Пожалуйста, что мы дерево закинули, оно нарисовали. Хорошо. Здесь мы просим, давайте нарисуем переменную C против переменной B. Хорошо, нет проблем. У нас теперь объект класса T-граф. X и Y. Можем попросить перерисовать все три перемены, как они соотносятся. У нас получается, ну вот, трехмерные точки в пространстве. Ну и это еще не все. Это, казалось бы, это, по сути дела, первый шаг. Давайте чуть задачу усложним. Для этого же дерева нарисуем. Мы нарисовали просто C. И теперь давайте функции друг скажем, нарисуй нам C, но в случае, если значение B равно 5. Пожалуйста, не проблема. И вообще говоря, root предоставляет сколь угодно, предоставляет возможность использовать сколь угодно сложные логические опоры. Более того, они даже внесены в отдельный класс TK. То есть мы прямо внутри команды TRO можем эти обрезания применить. Да, то есть мы в данном случае просим нарисуй значение C, в случае, когда соответствующее значение B равно 5, или значение A больше 50. Формат записи катер. Здесь он полностью соответствует формату записи логических условий всех уровней. Кому-то вот кто-то вообще вот, практически весь анализ делает вот такими вот способами. Я немножко архаичный человек, мне проще писать программу на C, а кто-то исключительно через вот эти карты делает очень сложные анализы.
Все, что я вам показывал, это было, были команды, командные строки. Но тем не менее он представляет географический интерфейс к манипуляциям с деревьями, то есть вы можете вызвать объект. Ну, то есть для вашего дерева вызвать функцию старт браузер. Тогда у вас запустится такой графический браузер. Ну вот вы видите наши эти три ветки, которые мы создали. Тыкая мышкой каждую из них можно получать распределение. Где-то тут можно все эти карты почти графически применять. Ну, опять же, мы любим. Следующий важный шаг от, ну, как продолжение развития концепции дерева, является концепция цепочек, которая реализована в руке через класс T-Chain. Ну, в чем смысл этого? Вы представьте себе, что вы там анализируете действительно огромные объемы данных. То есть настолько огромные, что они у вас не помещаются в один файл. Условно говоря, у вас есть 1000 файлов, в каждом из которых лежит фактически одно и то же дерево с одной и той же структурой, но в нем разные события. В принципе, наверное, у вас возникает разумное предположение, что неужели нет там какой-нибудь программки, которая бы это все взяла и слила в одно. Есть, я буду о ней говорить, но в данном случае это не очень оптимально. Ну, смотрите. Пусть у вас терабайт данных, нарезанных на большое количество маленьких файлов. Это же сколько вы потратите ресурсов, чтобы их слить в одно дерево сложно. Поэтому есть более простой способ. Команда T-Chain, вот в таких случаях, класс T-Chain, он полезен как раз в случаях, когда у вас есть файлы с одним и тем же, по сути, деревом. То есть вы создаете такой объект, вы командой add файл добавляете в этот объект файл, где содержится одно и то же дерево. И дальше с этим объектом класса T-Chain, который наследует все свойства класса T-Tree, вы работаете с ним как с обычным деревом. Все. Вот на этом этапе вы уже забыли, как это все по файлам раскидано. Теперь для вас никаких этих файлов не существует. Для вас есть вот это вот дерево, которое уже знает про все файлы. Очень любит. Ну, мы можем, до этого мы с вами говорили о записи в дерево самых простых объектов, да, самых фактически просто переменных сетов. Ну, если усложнить подход, то мы можем записывать не переменные, а, скажем, массивы переменных. Для этого мы и все то же самое, но в команде branch вы должны в явном виде указать размер массива. Ну и если помните, то там, когда мы писали переменных, мы указывали, ставили значок компенсанта, который все есть для взятия адреса, а для массива мы знаем, что название массива, собственно, есть вот сам. То же самое для чтения. Мы создаем массив и привязываем к нему наше дерево. Тут, казалось бы, нет никаких подводных камней. В случае, если мы пишем дерево не переменной си, а объект root, тут все кажется совсем просто. Root свои объекты писать умеет. Скажем, если мы хотим записать вектор, нам даже не надо указывать, что это за тип объекта. Собственно, разберется. Мы вектор записали, мы также вектор читаем. То есть вы видите, даже записать в дерево объект, родной утренний объект, даже проще, чем обычное число. Если ситуацию усложнять, можно писать туда не объекты, не отдельные объекты, а
ну, в каком-то смысле массиве объектов, которые на самом деле все равно сводятся к записи единичного объекта. Вы создаете, ну, скажем, массив векторов. Вы создаете объект T-клон Array, куда добавляете все те, ну, в данном случае, трехмерные вектора, которые хотите записать, добавляете их вот в этот T-клон Array, и потом этот T-клон Array пишете в файл, как один объект. Чтобы потом прочитать все вот эти вот, этот массив объектов, какие-то записанные. Ну, вот вы по номеру элемента можете обратиться. Вообще-то номер элемента вашего трехмерного вектора в объекте классов Т-кода. Да, и как я уже обещал, вернуться к слиянию файлов, есть очень полезная утилита, которая... Это не команда внутри рута, но это отдельная программа, входящая в дистрибутив рута, которую вы можете в своем руте найти в папке bin. Как я уже говорил, в случае, если... То есть, что она фактически делает? Если у вас есть файлы, рутовские файлы с одинаковой внутренней структурой, то она их объединяет, все входные файлы, в один выходной. При этом, если у вас деревья, она объединяет деревья, если у вас гистограмма, она объединяет гистограммы. Чем это полезно? Если про деревья вам сказал, что это не очень эффективно. Действительно, когда объем деревьев большой, все это работает очень медленно, и того не стоит. Проще реализовать чтение через класс течения. Но вот в случае гистограмм это... Ну, можно сказать, решение, которому замену очень сложно придумать, ну, кроме как самому писать программу, которая будет делать то же самое. Ну, вот как сказали, у вас есть вычислительный центр, в котором более 3000 процессоров. То есть вы можете запустить для обработки данных, скажем, 3000 задач. Каждая из этих задач пусть вам вернет файл, выходной файл рута, где у вас какие-то будут гистограммы. Но у вас каждый этот файл будет содержать только вот одну трехтысячную вашей статистики. Вы хотите посмотреть на вот суммарную гистограмму. Все, и альтернативу утилите печки у вас нет. За что мне поколение экспериментаторов благодарны. Ну а теперь давайте перейдем к совсем практическому применению. Если вы помните два дня назад, Дмитрий Владимирович вам давал ссылку на рутовое дерево, где хранятся данные моделирования для установки Байкал, да, если я не ошибаюсь. Есть описание того, что содержится в этом дереве, то есть описание веток, название и что туда положили. Давайте проверим, что это так. Мы действительно открываем этот файл, мы распечатываем его содержимое, мы действительно видим, что там есть дерево с названием All. Если мы распечатываем это дерево, ну вот мы видим первые ветки, мы видим число событий в дереве, мы видим название первых веток, ну и вот тут химный output. Я только первые две поместил. Да, я не обратил внимания, в свое время сейчас обращу внимание. Файлы формата root, чем хороши, они достаточно компактны. То есть мало того, что это бинарные файлы, эти файлы еще и подвергаются сжатию. Причем здесь вот вы видите степень этого сжатия. То есть они не просто удобны, они еще и с точки развиваемого места ограничены. А вот теперь давайте посмотрим, что в этом дереве лежит. Давайте проведем вот такой вот быстрый анализ через команду do. Мы просим, скажем, нарисовать галактическую широту против галактической долготы. Получаем на выходе объект класса T-граф.
Ну, где, я так понимаю, я, честно говоря, не очень вникал, что у Трифаева, но я так понимаю, это вот действительно область видимости эксперимента Байкал в галактических координатах. Ну, опять же, вы можете сказать, что картинка, она недостаточно красивая, и вообще это объект класса Т-граф, то есть это просто точка. На что хотелось бы, наверное, то есть, что здесь одинаково черная картинка, что здесь. И вот, наверное, гистограмма бы была наглее. Ну, давайте более такой, более детально посмотрим на содержимое этого дерева, посмотрим на... То есть напишем маленький скриптик, который сделает честный анализ, не через дро, а вот честно возьмет и вычитает все дерево. Ну что, мы создали какую-то гистограмму, куда мы вот эту картинку хотим вынести в эту дверь. Мы открыли файл для чтения. Мы из этого файла взяли всего две ветки, широту и долготу. Все остальное нас в данном случае не интересует. И в цикле мы бежим от нулевого события до последнего, которое берем через команду get entries. Внутри цикла мы запрашиваем каждое событие, после чего текущее значение широты и долготы пойдем в гистограмму. Все, ничего больше. Дальше мы закрываем тот файл, который читали, и рисуем гистограмму. Вот этот скрипт вызываем. Ну, мы можем его как параметр команде RUN передать, можем вызвать изнутри через точка X. Разница на такой. Ну, надо видеть, вы видите такую красивую цветастую гистограмму. Второй практический пример. Вот Алексей Сергеевич вам вчера показывал распад колонны, в котором распад К0 на два пиона, в котором в системе покоя колонна пионы вылетают изотропно, а их рисует. Каковы же будут направления вылета и значения импульсов этих пионов в лабораторной системе отсчета. Вот если мы откроем такой файл, что будет, мы увидим, что там есть две ветки, в каждой из которых лежат массивы из четырех элементов типа W. Ну и насколько я понимаю, четыре этих элемента – это четыре координаты Т-Лоренц вектора. Можно было, на самом деле, просто Т-Лоренц вектора положить как объект. И давайте какую-нибудь простую задачку решим. Давайте посмотрим, а как скоррелирован импульс такого пиона и угол его вылета в лабораторной системе отсчета относительно направления движения колонны. Ну, поскольку у нас колонна распадается на два одинаковых пиона, ситуация абсолютно симметрична. Перестановки этих пионов, то есть мы можем взять любой из них, нам одного достаточно. Ну, давайте объявим двумерную гистограмму, куда мы будем складывать импульс и угол этого пиона. Мы откроем наш файл для чтения. Привяжем ветку дерева к массиву из четырех элементов, которые мы где-то там объявляли. Да. По событиям в цикле мы читаем все, что там есть. Из трех элементов этого массива сконструируем трехмерный вектор, у которого возьмем величину, то есть это и будет импульс, угол импульса. И возьмем угол тета, то есть полярный угол, если мы считаем, что колонна движется вдоль оси Z. Вот получаем такую картинку, которая очень наглядно иллюстрирует кинематику частичного распада, что если распад будет частичный, то энергия вторичной частицы 100% скоррелирована с ее импульсом. То есть у нас фактически просто функция. Простые способы, как рут может быть применен в полную силу. То есть здесь мы задействовали и средства рута для представления данных,
и средства РУТА для анализа данных, и средства РУТА для хранения данных. На этом у меня все. Если есть вопросы, то вопросы. По поводу идеи. Вы когда первый раз показывали пустое дерево, оно у нас уже сколько-то весело. Но понятно, что это некоторый резерв для процесса непроекта. А как у нас, будет ли у нас вообще меняться вот размер вот этого запаса в зависимости от количества файлов? Или у нас есть какое-то конкретное ограничение на каждое дерево, выше которого мы висим? Вопрос хороший. Ну, на самом деле, я не знаю, как обстоят дела сейчас. Одно время, лет 7 назад, действительно было предельное ограничение, оно было связано на самом деле не с размером дерева, а с размером, по-моему, архивского файла. Ну, а какой смысл создавать дерево, на которое нельзя записать файл? И оно было, ну, сколько-то гигабайт. А вот сейчас, я думаю, сейчас возможно это ограничение уже убрать. Ну, во всяком случае, дерево размером гигабайт и можно создавать без проблем. Просто еще.